Здравствуйте, здравствуйте. У нас все еще как бы зима продолжается. Сейчас на улице плюс 4. Но такое вот наподобие типа снега мокрого. И, конечно же, он тает. В общем, ни сугробы, ни зимы в этом году мы так и не увидели. Ну и не надо. Не очень-то и хотелось. Ночь, конечно, прошла такая в напряжении. В начале ночи, там после 12, была тревога, одна такая длинная, затяжная, не успела она закончиться, сразу вторая. В общем, как бы, знаете, так тяжело, и утром уже тревога была, очень тяжело. И так ночью смотришь в окно, а в 12 ночи отключают везде свет по городу. И так страшно, как-то так, знаете, сирена гудит, в городе темно, нигде ни лампочки. Ну, в общем, ужасное такое состояние, тяжелое. Не знаю даже, как вам это и передать. Очень тяжело и очень напряженно. Когда это закончится? Кому это можно обратиться, чтобы нажали на кнопку и выключили всю эту тревожность у нас? Чип себя уже чуть-чуть лучше чувствует. Это вот прошла ровно даже чуть больше недели. И только вот сейчас он начал более-менее кушать. Вот он даже до этого особо я не видела, чтобы он так кушал. То есть практически больше недели, дней 8-9, он не ел. Это так, если не считать, что две вот эти штучки съест, и все. Ну, буду надеяться, что он восстановится. И все будет у нас в порядке. Ну, молодец, как бы. Насильно все-таки в кота не впихнешь. Если уже он не хотел, то значит, оно ему не надо было. А раз пришел сам покушать, о, сейчас к водичке. Вот, и все. И все будет в порядке. Вот этот большой кабак я решила разрезать пополам. Он был такой, в виде груши круглой. Думаю, я нижнюю часть отрежу, вот, как бы, ну, почищу. Ну, вот отрезала, вот разрезала. Видно, да? Гнилое. Да я купила в магазине. 30 гривен килограмм. Она... По-моему, больше килограмма завесила. Как она где хранилась, непонятно. Но вот она вот мягкая, гнилая. Вон. Вот видно, что гнилая. Ну, плесень. Ну, все. Половина выбрасывается. Вот так вот. Платите ваши грошики. Так откуда ж те деньги будут, если... Тратишь их на гнилье. Тут и так каждую копейку прикидываешь, куда правильно потратить. Вот это ж, видимо, не умеют хранить. Думаю, да ладно, кабак, да лежит себе и лежит. Вот и все. Вот и пожалуйста. Покушали кабачка. Что у нас на ужин? Печеная картошка. Вот такая вот рыбочка, маринованный лук, черный хлебушек, соленый огурчик. А что я с картошечкой делаю? Вот так поливаю пахучим маслицем, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, вот так вот солькой и совсем немножко перчиком. Все, приглашаю вас. Угу. Угу. И все? Да. Да? И все, да. Ну, хорошо.